Друзья, да. Давайте здесь. Пожалуйста. Просто такая постановка вопроса получается. Какая? Только повторите, потому что мы, видите, мы немножечко плаваем. Ну, что мы должны, сами мы должны понять, мы должны поддержать. Государство должно то, государство должно это. Слушайте, все должны Дане Милохину. Мне хочется спросить, а Даня Милохин сам никому ничего не должен? Вот, например, тому же государству, своей родине, народу, в конце концов. У него было тяжелое детство? Да, тяжелое, никто не отрицает. Но если бы не государство, которое его все-таки поставило на ноги, выкормило, он бы вообще не дожил до этого возраста. Изуродовал. Так-то вообще-то. И сейчас к вопросу о долге. Знаете, его сверстники, другие ребята, которые не наряжаются в женские платья, сейчас в Донбассе несут свой воинский долг, понимаете? И почему-то они должны... А Даня никому ничего не должен. Должны только Даня все. Нет, ну так, вы смотрите, подождите, Алексей, подождите, пожалуйста. Я буквально как вы тогда вообще объясните вот, это вот, вот эту ситуацию, которая у нас возникла? Как мы линия поведения, вот моего, вот людей, которые, как Алексей Геннадьевич говорит, выражаются, как я выражаюсь, государство... Автоматчик партии. Да, автоматчик вот партии. Я автоматчик партии. Мы что должны делать или ничего не должны делать? Делать должны. Во-первых, надо давать оценку. То есть, когда говорят, вот надо там как-то наказать. Ну, я не знаю, как наказать. Это не на мою зарплату вопрос. Есть закон. Наверное, надо руководиться законом в этом смысле. Но, как минимум, на уровне общественного осуждения, это такие вещи надо подвергать остракизму, я так считаю. Какие? Ну, во-первых, вот, знаете, даже подождите, не самая страшная гимн Украины, это оставьте, повод. Оставьте, да, вот показали это вам, повод. Вам мы да. сейчас показали, да, девочек показали, девочек. Хорошо. С миллионами подписчиков тоже, которые вот ходят, там непонятно, что там они записывают, там с раскрашенными лицами, там ведут себя как-то странно. Миллионы смотрят. А, миллионы смотрят, тем не менее. Это вот, это правильно или неправильно? Но у них тоже было трудное детство. Понимаете? Часто это подают как некую историю успеха. Да, и в данном случае некий вот успеха. Вот послушайте, я вас хочу спросить вот насчет успеха. А где сейчас Даня Милохин оказался? В Америке. В США. И не может вернуться. А Моргенштерн сейчас в Дубае скулит оттуда, что он никому там сейчас не нужен. Сейчас, секунду. Ну, Моргенштерн не может, он же иноагент. Мы про Даню Милохина сказали. Я не знаю про Даню. Вы мне скажите, пожалуйста, вот эта история успехов, в ней что-то криминальное есть? Или там, я не знаю, что... Есть криминальное то, что эти люди... Это не пример для подражания. Это не пример. Почему? Потому что этот путь, вот этот путь успеха привел их в итоге к тому, что они потеряли родину. Ну, что они потеряли? Базар, пожалуйста, не надо. А как? А почему-то они не здесь теперь живут? Все, а, вот, а что случилось? Если... Давайте эти так. Девочки а пока вы хотите здесь сказать, секундочку, живут. Можно я задам тогда уж вам такой вопрос? А вот то, что, как они говорите, потеряли родину, да? В этом только их вина? Наверное... Есть вина, я не отрицаю. И того, в чем мы жили 30 лет. Той культурной политики, это... которая здесь проводилась. Так, еще раз. Я хочу понять. Вот эти вот.